Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и сегодня мы поиграем и, в принципе, посмотрим на игрушку Кузьмич Оборотень против Люси. В данной игрушке мы будем играть за Люсю, которая будет дубасить своего мужа-алкаша. Так, и поехали. Я в эту игрушку уже играл, немножко прокачал Люсю, потому что на начальных этапах задолбаясь, там не пройдешь. И в то же время, чтобы посмотреть разные локации, до огорода я не дошел. Может быть, сегодня дойдем, посмотрим по времени. Посмотрим, получится или нет. В огороде я еще не был. У меня закрыта эта локация. Есть хата Кузьмича, на ней три... три точки, где мы можем подраться. Есть озеро. Игрушка, можно сказать, простенькая, но меня офигенно забавляет фраза Кузьмича, когда он ходит там и на Люсю и высказывает там разные... Ну, там где-то гадости, где-то просто ржет над ней. У нас есть избушки, Баба Йога. Это как раз дом Люси, где она прокачивается. Я уже прокачал у Люси. Удар Люси причиняет больше вреда Кузьмичу, то есть она сильнее его бьет по полной. Немножко прокачал, быстрее орудует своими там скалкой, сковородкой и так далее. Тут больше ударов наносит, по-моему, да? Изначально Люси может нанести там, допустим, половником два удара, потом задыхается и Кузьмич убегает. Ну, это решает довольно-таки результаты схватки. Ну и броня Люси, по ней он... Когда бух-оборотень по Люси бьет, то у ней больше защиты. Так, и есть Баба Тоня. Берешь домик. Мешок, второй мешок тоже платный. Акция. Берешь мешок, второй тоже платный, акция. Тут различные тоже приспособления для разных локаций. То есть вот лук я покупал. Прокачал по полной, кактус. Горшок в подарок. Горшок в подарок. В принципе, можно купить, но... Мы лучше купим вот сюда вот что-нибудь. Рака купил, и там помидоры еще можно найти. Здесь уже другие предметы. Каждая вот эта фигня, Люся ей кидаться будет в Кузьмича. И наносит какой-то определенный урон. Короче, нам нужно закидать Кузьмича. Он постоянно бухает, и нам нужно не давать ему, чтобы он бухал. Если он напьется, он превратится в оборотня, а нам нужно не давать делать. Ну все, ближе к делу, в принципе, сейчас первого Кузьмича я забью быстро. Заходим, у нас есть различные поводы отметить праздник какой-то, Кузьмич их отмечает все. 8 марта, 9 мая и ноябрь, 10 ноября. Все эти локации закрыты, вначале открыта вот именно первая. И по мере они открываются. Поехали. Вот сейчас будет прикольно. Так. Ну это подсказки. Если Люси прокачается по максимуму, она превратится в Люсли. Так, берем лук. Люси, Люся. Так, и бросаемся в него луком. Так, возьмем помидорки. И поменяем сразу на половник. Держи! Вот, видите, задохнулся. А изначально... Вот я сейчас 5 ударов могу наносить. И причем довольно-таки сильно, потому что половник прокачан. Так. И давайте в него не будем попадать. Ты слабак, Люся. Люся слабак. Так. Люся Икс. Косомаха! Косомаха! Так. В принципе, несложно попасть мне будет. День линзы брынза. На тебе. Я его давно бы уже убил бы. Просто хочу покидать. Ты в туалете так же метко все делаешь, а? А, ты ж девочка, тебе нормально. С девочкой тебе нормально. Прикольная фраза. Ну, лучок! Так, не будем давать ему напиться. Все, забьем. Мы немножко монеток заработали, по-моему, 50 штук в кармане Кузьмича нашли. Мы еще послушаем фразочки, они повторяются. На каждой локации своя фраза, некоторые фразочки шедевральные. Так.
пока не будем прокачивать Люсю. Так, пошли. 9 мая. По идее, сейчас прокачано, опять же, повторюсь, Люся прокачана, я ее прокачал. Можно прокачивать за реальные деньги, там, купить прокачку, да и все. По-моему, 90 или 65 рублей стоит. Вот, но я прокачивал самостоятельно. Ну, там рекламку еще посмотрел. Так, поехали, 9 мая. Вот, при метком попадания мы еще 5 монеток получаем. С Кузьмича выбиваем, так. Внимание, наливает... говорит Москва. Ложи, держи. Так. Так. Вот тут уже посложнее. Так стонет, ему нравится, наверное. Так. Одни туда. Я Нео. Фиг попадешь. Попадем. О, закусь. Закусь прилетела. О, закусь. Не, Люся, если ты кинешь бутылку, то я поймаю. Так, закусь держи. Прилетела. Нормально. А бутылка? Я специально промахиваюсь иногда, чтобы послушать фразочки. Где? Мазила газилом. На, держи. Так. А маринованного огурчиков нету? Сейчас мы тебе рака кинем. Стой, 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 не убегай. Отпусти мой рот. Можно бить еще кулаком. По идее, игрушка предназначена, чтобы на iPad, на телефоне играть. И одной клавишей не так удобно, конечно. Можно кулачком еще. Так. Отпусти мой рот. Рак укусил его. Ну, выходи из шкафа. А у тебя не тухлых, нет? Нормальные, свежие помидоры. Опять шкаф закрылся. Так. Люся Икс Косомаха. Косомаха. Черт, он сейчас напьется. Сейчас. Убьем. Сейчас мы его оглушим. А, нет, сейчас на оборотня тогда посмотрим. Ну, прокачанная Люся может его залупить. Хорошим половником. Мы сейчас его забьем. Если Кузьмич выполняет, вот сверху у нас показатель бутылки, если она наполняется вот до такого уровня, то Кузьмич превращается в оборотня. Начинает дубасить с Люсю. А Люся защищается. Так, подожди, как так? Должен же это, как я убивал. Это как, ну, забивал его. Походу я не успел накликать. Да ладно! Я забивал его половником этим. Или нет? Ну, ладно, в принципе, эту локацию тоже посмотрели. Фразочки одинаковые, поэтому пойдем дальше. Посмотрим на следующую. Опять подсказочка это. Это найду тут порядок. Сейчас. А маринованных огурчиков нету? Нету. Так, так. Вот тут сложнее уже. Поэтому оборотня будем... Не будем... Черт, всего три раза он выпьет и все, хана. Так. Ты в туалете так же метко сидел, да? Я ж попал. А, ты ж девочка, тебе нормально. Эх, лук-лучок. Фак. С тобой только на слонов охотится. Ну этого я не забью. Он дубинкой еще дубасит. Или забью? По-моему, я забивал. Броня у Люси нормальная. Половник тоже нормальный. Просто я там редко кликал. Прям отдыхал слишком много. Сейчас забьем, забьем, забьем. Так, так, так. Так, давай. Люся, Люсь. Кузьмич не успел пропить свою получку. В его кармане Люся нашла 100 монеток. Вот, успел. Итого тоже успел бы, просто Люся уже прокачанная.
Так, прокачать Люсю. Сейчас пойдем на новую локацию. Так, мне просят оценить. Не будем ничего перезаряжать, я вполне проходил. Оставим монетки, давайте мы купим. Что я тебе, милая? Так, давайте мы, наверное, зайдем, а потом уже купим. На озеро. Теперь Кузьмич будет на озере, офигеть, прикольно там будет. Так, 8 марта. Кузьмич, уровень алкоголя. О, нифига себе, муж пьяву купить, действительно. Люся, так, я берем баночку. Трясусь. Не могу. Стой. Я Ихтиандр. Долбанный Ихтиандр, где он тут сидит, да? А прыгни. Черт, опять не попал. Может, тогда заденем, да? Да пошел ты. В рыбака попал. Ты чё ж такое-то? Мама Люся, кидай, кидай, кидай. Так, стой. Лучше б ты по ипотеке банк так кинула. Так. Он вблизи же был, можно было в него попадать. Такая спокойно старая, его как ты. Половником. Ты гадёныш, главное, слушай, а нас рыб не трогай. О, вот эту фразочку я не слышал. Попади меня скорей, уходи за 100 морей. Как так-то? Ну, конечно, когда сам спокойно... Ты главное, да, на блин. Суше, а нас рыб не трогай. Не забью. Бесполезно. Тут уже нужно попадать. Хотя проходил с первого раза спокойно. Так, давайте мы купим пиявок. Значит, как раз монетки я поэкономил немножко. Устрой ему армагедец. Армагедец, нифига себе. Ну, а прокачать? Что еще для счастья надо? О, сотка. Покупай уже. Устрой ему армагедец. Так. Устрой хватит, ему армагедец. Армагедец. Где эту банку только искать? Она где-то там лежит. Еще. Устрой ему армагедец. Один разочек победим и прокачаем банку по полной. Нифига я потратил, блин. А камень сколько стоит? Накажи эту пьянь. Так, ладно. Погнали дальше на озеро. Мы где были? Мы здесь были. Армадидец. Сейчас мы устроим. Немножко отвлекся. Люсиндра, вы самое слабое звено. Прощай. На тебе. Есть, попал пиявками. Так. Чёрт-то. Ладно. А прыгни помбочкой. Может, тогда заденем, да? Ты попал же. На тебе, блин, половником тогда. Я ж попал, я ж попал. Ну, чёрная бухающая головастика. Бухающий головастик. Морячка, я моряк. Ты косая, а я ништяк. Надо, надо. Надо, 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 надо. Вот черный бухающий головастик. Бухающий головастик. Тут, наверное, каждому этому есть. Не, ну ты глянь. Косая русалка. Черт! Как ты ни крути, но ты косая, косая. Сам косой. Слышишь? Твоя лизия у воды не пашет, да? А? Сейчас мы тебя забьем, 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 забьем. В воде не тонет моя Фак. Люся. И в огне моя Люся не горит. Что же мне с тобой делать? Ты главное на суше, да, а нас рыб не трогай. Кончай. Давай, сосать есть. Мою водку, натуре. Так. Верни есть. Мой спирт, гадюка. Мама Люся, кидай, кидай, кидай. А, да что ж такое? Ладно, давайте заново. Люсиндра, вы самое слабое звено. Прощайте. Ну, когда спокойно играешь, конечно, попроще. Хватит, так. У меня и так гемоглобин низкий. Нормально все.
Не трать запасы бункера. В воде не тонет моя Люся. И в огне моя Люся не горит. Что же мне давай с тобой хоть ползай делать? О, черт не попал. Ну, черный бухающий головастик. Пьявки полезная штука, кстати. Бухающий головастик. Хватит! Так. У меня и так гемоглобин низкий. Нормально. Я капитан Джек, ну-ка не разлей. Ты главное на суше, а нас рыб не трогай. Пиявка моя, я по тебе скучаю. Прикольно, новые фразочки появляются. Ну, черные бухающие головастики. Опа! Бежи, бежи. Бежи, есть, отлично. Не а туда. А прыгни помбочкой. Может, тогда заденем, да? Я не могу. Фак. Попади в меня скорей. Бухающие головастики. Зачем так смешно? Как ты не крути, но ты косая, косая. Сейчас добьем, 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 добьем. Так. Ну, давай. Черный бухающий головастик. Ну ты могила. Гадзюныш, а? Ну мы тут пару ударов. Есть, готово. Так. Давайте купим какой-нибудь камень или рыбку. Жалки. Ради интереса. Ну что еще надо для счастья? Покупаю. 500. Накажи эту пьянь. 600. Тапок. Бери, хорошая штука. Нет у меня его. Ладно. Тогда в следующем этом. Все еще раз. Так. У нас еще 9 мая. Не мешайте рыбаку рыбачить, а то он это как, а то не поздоровится. Но там ругается иногда. Люсиндра, вы самое слабое звено. Прощайте. Попал? Так, сразу ковшик берем наш. О! Как раз. Уже на лодке плавает. И в каске. Верни мой спирт, гадюка. Так, давай. Вот этот почему-то легче, чем первый. Тур именно в озере. Ну, ты глянь, косая русалка. Косая русалка. Мама. Он тут впереди часто плавает. Почему-то так вот именно. Пиявка моя, я по тебе скучаю. Так, давайте баночку кинем. Не трать запасы бункера. Ну, опа! Черный бухающий головастик. Хватит! У меня и так гемоглобин низкий. Так, пять раз больше я не могу его ударить. Вблизи. Опа, это далеко он. Якорь тебе в переносице. Черт, напугал. Такая рыбак. Старая, как в рыбака попали. Ты давай это, рыбок не пугай. Черт. Ты давай это, рыбок не пугай. Я не хочу по новой. Давай, давай. Есть, добили. 400. По-моему, там можно за 400 что-то купить. Тапочек, посмотрим хотя бы на него. Значит, чуйте, бери хорошая штука. Хорошая штука. Урон маленький. Так, выходим. Ну, не знаю, если получится сейчас забить Кузьмича на 10 ноября, то в огород попадем. Посмотрим хотя бы. Если нет, то нет. Там, в принципе, ссылка будет в описании. Кстати, на Android точно. На iOS, если найду, закину тоже. Сами поиграйте, посмотрите. Так, ноябрь, 10 ноября. Вот тут уже сложнее. Он быстрее, по-моему, будет передвигаться.
А сестра твоя к нам скоро? Вот она умеет, она попадает, да. И я тоже попадаю. Идем, идем. Вместе поплавы. Водичка, огонь. Я капитан Джек, ну-ка не робей. Ты главное на суше, а нас не трогай. Не трать запасы бункера. Я же попадал только что. О. Как ты ни крути, но ты косая, косая. Такая же старая, как ты. Давайте тапочки кинем, послушаем. Легендарные кирзачи 76-го года. А, кирзач. Слышишь, твои линзы у воды не пашут? Я попал уже. Ладно. Ну тут бесполезно с ним драться. Давайте повторим. А сестра твоя к нам скоро? Вот она умеет, она попадает, да. И теща. Слышишь, твои линзы у воды не пашут, да? А? Я все время забываю, что он с краев бухает. Не трать запасы бункера. Хватит! У меня и так гемоглобин низкий. Так. Ну давай, давай. Давай, подплыву поближе. Подплывай. Просрочено. Ну что ты делаешь? Что ты за человек? Давайте выкачаем из него водку, попробуем. Хватит! У меня и так гемоглобин низкий. Так, дальше. Как ты ни крути, но ты косая, косая. По-моему, все. Я водяной, я водяной. Никто не хочет. Я всего ему урон нанес маленький. А пиявки урон вообще плохой наносит, да? Мама Люся, кидай, кидай. Ну я не справлюсь, он слишком дубинкой больно бьет. Или справлюсь, подождите. По-моему, нет. Тут нужно какое-нибудь другое приспособление, более прокачанное. Сковородка, например. Или утюг. Поражение. Так. Ну, давайте, я не знаю, еще разочек попробуем. Усище. Хватани меня за усище. За усище. Ну или до чего дотянешься? Черт-то. Как так? Не задержит Ганзерванды. Я водяной. Я ж в него прям попал. Я водяной. Никто не хочет быть со мной. Фак. Не либо банка быстрее летает. Верни мой спирт, гадюка. Так. Я наш просрочен. Ну что ты делаешь? Что ты за человек? Верни мой спирт, гадюка. Кончай сосать мою водку, Натори. Верни мой спирт, гадюка. Вблиз не подплывает нифига. Слышишь, твоя линза у воды. Я попал пашет, уже. Да, а? Ты чего думаешь, я ему? Вблизи вообще не кидай. Уходи за 100 морей. Если мы попадаем, если кто не понял, то он не пьет. Ну, черный бухающий голова. А пиявки еще, оказывается, высасывают из него алкоголь. Кончай сосать мою водку, Натори. Так. Вот почему-то здесь я не могу идем, попасть идем, в него вблизи. Блин, ну, давайте еще разочек. Люсиндра, вы самое слабое звено. Прощайте. Самое слабое звено. Я наш просроченный. Ну что ты делаешь? Ну что ты за человек? В воде не тонет моя Люся. И в огне моя Люся не горит. Ну, что же мне с тобой делать? И так я не достаю. Лучше б ты по ипотеке банк так кинул. Что ж такое-то? Люся, я не пойму, почему пиявки в него, не попадают вблизи. Либо я немножко не туда кидаю. Тушенку кинь лучше. Так.
Так не попадаю. Ну ты лох. Я ж попал. Мерзкая красавица. Черт. Попади в меня скорей. Уходи за скамарей. Хватит. Мне и так гемоглобин. Немножко механика непонятна. Не трать запасы бункера. Пиявка моя. Давай собираем это. Тебе скучаю. Идем, идем. Вместе поплавы. Водичка, огонь. Странно, не попадаю. Не трать запасы бункера. Либо пиявки вблизи не работают. Хватит, у меня и так гемоглобин низкий. Не кроши батон на рыбака, слышишь? Черт, рыбак тут еще. Мама все, Люся, кидай, кидай. Ну все, последняя попытка. Люсиндра, либо все-таки нужно прокачиваться. Прощайте. Тушенку кинь лучше. Так. Не, она ж просрочена. Ну что ты делаешь? Что ты за человек? Попробую вот этим достать. Мама. Да, достаем. Мама. Достаем, но урон очень маленький. Хватит! Мне это подвинешь, метелка. Давайте из него выкачаем вначале. Я ж попал! Никто не хочет пить со мной. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Урон плохой, маленький, метелка. Кончай сосать мою водку. Вот как его, вот его как надо. Пиявками выкачиваем. А этим бьем. Отлично, сейчас может пройдем. Прыгни, упади, пожалуйста. Может, черт, тогда заденем, да? Я не могу. Как ты выпил-то? Так. Ну, пожалуйста. Мама. Давай, 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 давай. Ну? Надо. Сейчас, может, забьем. Блин, понял я как. Я вам. Есть, отлично, водку. Попал. Есть, есть, давай. Так. Так, все. Пошли на огород. Ну, я не знаю, одну-две локации посмотрим на огороде. Уже полчаса видео уйдет, но есть смысл посмотреть. Я сам еще не видел. Вот. Ну, в принципе, вот так вот все заблокировано. И локации вот эти заблокированы. Пока не откроешь каждую. Так. Огород. Огород прикольный. Давайте посмотрим, как сделали это разработчики. Интересно просто. На пугале сидит нервная ворона. И что? Слышишь, я сейчас бежу, так я же. Близорукость? О. Это серьезная вещь. Это надо обмыть. Лучше можно попасть. Что еще можно взять? Бутылка! Можно? Не, бутылку нельзя. Попади в меня скорей. Черт. Кукурузу каждый раз нужно брать? Он где-то выпил. Кукуруза? Брат арбуза. Брат арбуза. О, надо каждый раз кукурузу брать. Морковку нельзя. Кукуруза? Вот брат чем сложнее. Арбуза. Я понял теперь. Че, ты меня бросаешь со всякими овощами? Мясо есть? Нет, а! Сколько там есть еще кукуруза? Початка? Держи, 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 держи! Кукуруза? Она кончается? А, она растет. Люся, может у тебя третий глаз откроется, а? Черт. Сейчас половником мы, может, забьем. Тут уже Люся прокачанная. Не успел пропить. О. Так, давайте на огороде что-нибудь купим. Удобрение там или еще что-нибудь. Значит, а чуете, милая? Да отстаньте. Накажи эту пьянь.
500, крапива. Им бросаться нужно, да? Ну, давайте. Крапивой. Бабы любят зелень. 600. Так. Бабы любят зелень. Так. Что такое? А, мы открыли новый день, новый уровень. Нам 100 очков дали. Поехали. А то кукуруза еще пропадает. Ее каждый раз нужно собирать. Мне фаны пишут, что ты страшная, а я им говорю, потому и бухаю. Зачем так со мной? Мама. Что я покупал? Крапива, где она? Вот она. Слушай, кинь лучше лист салата. Лист салата лучше кинь, да? Вот она. Ну ты гоблин гуд. Гоблин гуд. Люся хочет дать лоб. У нее, наверное, чики-чики там. Слышь, Люсь, может, санитаров? Прослушал. Санитаров тебе. Так. Выйди сюда. Надо. Так. Слышишь, кончай транжирить запасы на зиму. Стой. Да, нужно немножко мимо покидать, послушать, что он там это говорит. Мама Люся, кидай. А ее курить можно? Так, все уже. А то табак закончился. Нет, нельзя. И а где крапива? Черт. А попкорна нет? А? Где крапива? Кончилось? Черт, побежал быстро. Медуза бросила кукурузу. Так. Кукуруза? Брат. Отлично. Арбуза. Кукуруза. Ой-ой. Стой! Чуть-чуть не пропустил. Сейчас, может, посмотрим следующую локацию. Интересно. Сколько там еще початков? Так. Один остался. Медуза бросила кукурузу. А почему не растет больше? А чем не кидаться-то в него? Вот в чем сложность в этом, на этом этапе. Ну, забить я его не забью. В принципе, ну, дальше он будет ходить так же, только с дубинкой в милицейской форме. Там 10 ноября праздник. По-моему, все это, все локации. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Я думаю, игрушечка зачетная. Так, поиграть на планшете, на телефоне, в принципе, можно. Кому понравился видос, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Все, увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока!